Бро, появились новые точилы от Илона Маска, множество новой военной техники, да хрена модных худи от того же Лувитона, и у тебя нету на это игровых бабосов. Тогда, как бы это банально звучало, переходи в нашу группу по прокачке. У нас прокачалось более 1000 человек, и все остались довольными, и никого не забанили. А также сейчас проходит конкурс, в котором за подписку на группу ты станешь самым успешным в сессии. Прокачка занимает не более 10 минут, так что быстрее заходи и прокачивайся. Ссылочка находится в описании. Давай, чувак, это последний элемент. Ничего не надо, я тебе больше ничего не требую, пройди его и всё. Отстань, тихо, лечу, я сейчас задний глайд, начал делать, ты прикинь, я сейчас пройду это как нужно. Я за одним глайдом глайду. Всем здорово, народ, с вами Кузака привет, здравия желаем, товарищи зрители. Вы вот помните, кто это? Ну, Вальчик, да, вот я, короче, решил на денечек приехать, что-то записать, попробовать что-то сделать. Ребят, чтобы вы понимали, Лерой не приехал из армии, он типа приехал только на день, как говорится, да. Как у вас это говорится? Отпустили, увольнение называется. Увольнение, да, на один денечек, так что это, не ждите еще роликов от Вани, там, месяц или сколько. Ну, посмотрим, сколько смогу, ну давай, я почти долетел. Сегодня прям это, ностальгия ролик, так что, ребят, кто соскучился по Ванечку, по Лерочку, да, с того кто просто лайкусик. Переходите на канал, да. Переходите на канал, кстати, ссылочка будет в описании. О, спасибо, вот, да, меня еще помню. Я еще, знаешь, такое обиделся, смотрю, короче, у Рэша там поменялся этот, как его... Ты и плейлиста, как его? Про подписки. Не это, на роликах не надо. Реклама скрытная. Скрытная реклама, и тем не менее, я попал в эту дырочку, и я не знаю, что мне дальше делать, я не знаю просто, куда даже лететь. А здесь еще прикол в том, что да, это азиатский паркур, те, которые мы проходили с Ванечком год назад, и создатель делает еще хуже, дели. То есть сейчас это намного все сложнее будет, то, что мы проходили год назад, для нас это и так было сложно, а сейчас это... Ты издеваешься? Да. То есть, ты хочешь сказать, что ты сейчас скилловый не меня? Ну, пока вроде нормально, что-то есть. Это что-то как-то это... Я пытаюсь просто вспомнить, что делать. В пороховницах, да? Да. А я как-то это не умею. Ой, а что, куда? А что... Я во что-то врезался, и что-то сломалось прямо передо мной. Ты какой-то это, профессионал, если взял первый чекпоинт, то есть ты глайдом пролетел уже в эту дырочку? Ну да. Какой-то ты слишком быстрый. Ничего нету сложного. Да он меня не долетает. Кривой биомусорный мотоцикл. Я знаю одну штуку, если камеру вниз, то он быстрее едет. Вот сейчас вот это я проверю. И кстати, да. Я не могу в дырочку теперь. И, кстати, да, он так быстрее ехал, и я сейчас долетел, и сейчас главное еще долететь до дырочки. Но если честно, я вот единственное, что сейчас использую, это Shift и нам 5. Ну, и газ. Я взял чекпоинт, не пролетев в дырочку. Вот это кривой автор вообще. Кстати, это секрет. Нет, он криво сделал. Я взял чекпоинт, когда там это надо было влететь в дырочку, а не влетел. Так что вот так вот все. Отлично, слушай. А здесь это... В общем, здесь дальше, я так полагаю, без... Ну, короче, нужно попасть идеально в дырочку, чтобы пролететь дальше. Да здесь вроде не долетаю. Сложно, я попал, так что все спокойно. В смысле не долетаешь? Как видишь, здесь такие сломанные штуки, да, вот ты видишь? Да, да. Вот я их сломал и разбился там раза, по-моему, 2. А, стоп, а то бишь... А как долететь потом? Я по ним проскакал. В том-то и дело, ты идеально должен попасть в дырочку и врезаться там. Да ну нафиг. Мне кажется, там вообще гладь не надо терять. То есть продолжение... Не, там... Охренеть! Доехать надо. Я думал, что там все настолько изичные, ты просто лох немного. Ну, возможно, да. Я не знаю. Не получается за это. Не, ну, по-моему, с тобой одинаково. Мой скилл сегодня не определен, потому что я не знаю даже, на что я способен. Да, нормально все. Ты, по крайней мере, быстрее всех взял первый чекпоинт, так что вот. Просто спокойным глайдом. Ваня умеет петь, все знают об этом, да. Хорошо. Ну я не могу в дырочку. Давай, вот теперь главное. Я еще до одного конуса лечу. Вот только взорвись на... Я б конус сдох, какого фига? А тебе дальше надо конус это. Да, да, я об конус сдох, типа, это хорошо все гладил. У меня глайд схватился и каскадерский еще причем. Сейчас Ванечек все сделает красиво и возьмет первый меня чекпоинт. Ух, люблю это. Давай. Все по стандарту. Ну, есть! А там конус был? Нет, там у меня уже конусы все сломаны. А, ну вот, все, я все понял. Ну ё-моё, ну. Как тут этот мальчик с шоколадкой. А я не понимаю. О, так.
Давай, мочить давай. Шоколадку, слушай, ну, а типа, я вспомнил его. Типа он там из-за шоколадки такой. Не-не-не-не-не-не. Так, а здесь надо отскочить от той фигни и дальше дали. Давай! Ой, как чётенько, ой, как чётенько, прям не знаю, как. Может, я просто забыл. Чётенько сдох. Опять же, мимас, чётенько сдох. Может, ты вспомнишь. Чётенько сдох? Голый, помнишь, типа на скамейке такой. Чего? Кого? Ладно, не пофиг, помню. Не будем, а то сейчас это некоторые тоже не помнили. Старые мемасы бы сейчас вспоминать. Ну, а как еще? Новых нету. Новые надо делать, рожать, ты понимаешь? Дружко же это все ушел. Ой, фу. Не, ну там это... Рубрика была там хорошая. Это мемология. Что ты говоришь, не пиарим, да, на ролике? Ну, я понял. Да не пиарим, не пиарим. Не пиарим. Мы определенных личностей. И черного юмора нет? Конечно. А где черный юмор, алё? А, какой ну... черный юмор? Нет черного юмора. Там всего лишь голубь. Ладно, короче, продолжаем. Давай проходить уже. Сколько можно тут торчать в этом крепком. Я штуке. Только что сюда пришел, так что мне нормально. Это ты здесь торчишь не знаю сколько. Я еще даже не обведал... Не обведал. Не обведал? Как-то не обведал? Странно сказано. Не обведал всех истинных мучений на этом чекпоинте, так что мне еще здесь не о чем говорить. Давай. Есть! В смысле? Красиво. Да неужели ты от... Ой. Ё-моё, а как слайд делать слайд? Крутая я штука. Забыл. Я а знаю, вот что ты там пока вспоминай, а я буду это вспоминать, как догонять Ай. Тебя. Почему блин, у нас я еще и на всегда такой разрыв? Я тебя догоняю, и ты уезжаешь. Вот что-то вот за так вот, такой. Я, понимаешь? Я знаю, когда Элерой бомбит, это будет 30 какая-то минута, и там уже начнется уже такое пригорание. Не дождешься. Почему? Ты выработал свои армейские воспитания. Я вообще не хочу бомбить, у меня такое хорошее настроение, у меня просто энергии. Так ты будешь бомбить из-за того, что у тебя хорошее настроение? Кстати, это выражение тоже вспомнил. Да, ты помнишь его? Зрение, как у мамонта, вот. Да-да-да. У меня еще пропадает эта камера. Ну почему? Я не знаю, у меня камера, короче, в бок уходит. Я не понимаю, как надо, вот гладить. Ну это... Вот, давай, вот, может, впервые нормально. Ну ты что за скотина-то такая, а? О, да, начинается. Я без особых эмоций и агрессии это сказал. Я просто сказал, что он скотина. Ты меня будешь бесить. Буду подначивать, да, буду подначивать. Вот мне вот такие вот да-да-да-да такой прям. Вот давай еще раз, да? Вот давай еще. Нет, не кончу антихайпи, не батлю за хайпом. Просто школьники думают, что... Кто-то зачитал рэп только что, я ничего не понял. Да. А, ты же сейчас не в курсе там всяких это Моргенштернов. Что? Кого? Серьезно! Это человек из этого Моргенштерна. Ребят. Кто? Я вообще не понял, что ты сейчас. Кто такой? Мармелад? Моргенштерн. Навальный Леха. Ууу! Навальный Леха. Ааа! Леха, Леха. У меня уже уши болят, надо. Тебе за дизлайк, он капец. Он захайпил последние 3 месяца, как. Ну все, давай не будем пиарить. Не, я это оставлю, это угарно очень. Ладно. Просто потом... Меня захейтят, я понял, сейчас пойдут отписки. Да нет, сейчас все наоборот орнутся этого, это же угарно. Ребят, я не в обиду, я Лерой, никак не это просто... Ребят, я просто не знаю, кто это, я не хотел бы, конечно, об этом человеке судить строго, но судя по тому, что он напил кузака, мне это не нравится. Я просто, знаете, сужу именно по мнению кузаки, вот как он точнее это сделал. Star Wars. А, ты же не смотрел последний эпизод тоже. Почему? Зерна смотрел. Кон... Смотрел все? 8-й, да, там? Да-да-да. Да, я смотрел. Там, где еще Люк в конце. Ну, сейчас бы... Я понимаю, конечно. Я типа... Не, а ты когда успел посмотреть-то? У вас в кино, типа? Да, я, по-моему, в кино с другом ходил. Это, по-моему, он только вышел, я как раз на него сходил. А, класс, лучше. А это? Ну, намного лучше, чем 7-я часть тебе. Как зашел? Давай, слушай, не на ролике. Да пофиг, у нас это общение нормально, я не знаю. Давай, что-то интересное. Мне нормально. Я, по крайней мере, в этот момент, когда заговорил про Звездные войны, я прошел это дерьмо. А-а-а. И все. И так что вот так вот. Я сейчас это перелечу. Нет! Я бы сейчас с первой попытки бы сделал, ты прикинь, шо, дядя Вася. Расстройство превращается в ненависть. Ты просто бы это видел. Так обидно. Ты понимаешь, я идеально просто сделал. Так а что здесь сложного? Идеально все прыгнул. Но не долетел. А, здесь сложность в том, что еще глайд такой. Да, да. Бесконечный глайд еще дальше. Здесь поэтому такой тебе нужен разгон. Он медленный, как бабушка Зина, когда идет за продуктами Зина. В магнит. Это что-то... Я вообще сейчас... Это просто...
Да я... Это просто рандомно, скрытая типа, реклама, скрытая реклама, ничего не знаю. Да-да-да-да. Чё, 4 и, кстати, впереди, этот ролик, наверное, мы выложим с Лероюшкой, когда, на, прям Лероюшкой. На Пасху, получается, завтра же праздник. Получается, да? Наверное, да. И так что это всех с праздником сразу. Вот с праздником, да, ребятки. Да. Ой, ой, нифига мне слайд низкий, как моя самооценка. А я еще к бабушке, знаешь, заехать успел сегодня, она мне куличик подарила. О, класс. Да, да, вот такие. В армию возьмешь. По фанчику. Ну, я не долетаю. А я не могу что-то это... Там разгон прям изначально вот хорошо нужно взять вот отсюда, тогда у тебя все будет перфектом, прям как итальяна мать. Да, да, да. Ну, как это называется? Я забыл. Бесконтактный режим. Бесконтактный, во. Точно. Так, теперь мне главное... Как бесконтактный бой только режим. Ой, ты тупой текстура, тупой... Ты знаешь, где я? Я... Под этой, под американской горкой прям так хорошо проскочил. Он собака какой-то текстур, ты где-то там за... Ты понял меня. Вот как надо было делать. Вот Эйнштейн-то, а. Вот ты Эйнштейн, собака-тварь. Вот как надо Эйнштейн было это делать. За что? Я не... И Шерлок Холмс, точнее. Да ты лети... А при чем здесь Шерлок Холмс вообще? Я не знаю, да он не, ли... он не летит, он не хочет... А, Эйнштейн? Почему он не хочет гладить? Отсылка к физике, типа, да? Ну, типа вот. Кстати, да. Я об этом не подумал, когда я сказал. Я всех ученых и всех известных. Всех ученых, я... Перей. Не надо. А, слушай, смотри, а, у меня получилось. Но я так понял, я немножко неправильно сделал, но тем не менее, смотрите, у меня получилось. Так, а я наконец-то, знаешь, что сделал? Что же ты сделал? Я взял глайд. Я взял глайд. Серьезно? Вот так вот. И у меня вопрос. Блин, я не хочу залетать в эту дырочку. Знаете, дырочки для слабаков. А вот что, куда хочу лететь? Точнее, не для слабаков, а для тех, кто вот, незаконно заплатил за проезд. А я, как нормальный житель Лос-Анджелеса, приеду в этот чекпоинт прямо по дороге. Так, прямо по дороге. А, я немножко не попал на чекпоинт. Прямо по дороге. У меня что-то камера, короче, загнулась. И сейчас мне никто ничего не скажет. Лерой, знаешь, что я сделаю? Что? Я облетел эту коробку, приехал сейчас на эту дорогу, которая там сверху, и спускаюсь вниз. Да, а, я хотел то же самое сделать, но я только подумал, ну нафиг. У меня уже загорелось. Это вообще как-то... Да нормально, я как по-интеллигентски заехал по пути, нормально всё. Даже я нормально в дырочку попал, ну ты не, вообще даёшь. Я мог влететь в дырочку, но всё, я... Всё, у меня финиш, ребятки, 54 минуты. Да почему, когда я беру чекпоинт? Ну понимаете, ты тоже берёшь чекпоинт. Который просто снимает уже сколько времени. А я вообще, я с армии пришел. Что? Я не играл паркур уже полгода. Я тоже. Полгода не я играл. Я тебя ждал, чтобы пройти. Мне не с кем такое проходить. Да? Алло, дядя, ну, Вася. Я тоже не играл в паркур. Я играл только на машинах. Не надо тут. Ну это же вообще здорово, ты понимаешь. Смотри, какой я молодец. Это здорово. Ты тоже красавчик. Ну, ребятки, с вас лайк. Что сказать? С вас лайк. Чтобы вы понимали, я когда брал чекпоинт, Ваня брал следующий. В итоге я взял чекпоинт, он уже взял финиш, считай. Ну как бы взял. Красиво. Так что вот так вот. Так, а здесь главное это, не разбиться, когда... Короче, все, я для себя, если что, закончил. А, ну ты красавчик, говоришь, у меня это на серии, когда я прокажу контейнер. Молодец. Ладно, в любом случае, как бы, все нормально, я тоже продвигаюсь. Я просто предупредил. Ой. Да это понятно, А для, эксклюзивно для Кузаки на серии, я вот скажу. Давай, я сегодня, эксклюзивно. Я сегодня что-то зашел в пятерочку и думаю, что бы такого дешевенького попить взять? Вот просто думаю, смотрю, Тархун написано, 20 рублей, 2 литра. Я что вообще? 20 рублей, 2 литра? Столько а почему такой дешевый? Алло. Кстати, да. Тархун. И что он там сделал? Он там, наверное, таблеткой закинут и за счет магии. Я какой-то вообще не представляю. Короче, ну... Красная цена называется, вот. Нормально. Тархун, красная цена. Я вообще офигел, чувак, 20 рублей. Посмотри на это, на 40 год, если больше прошло год. С этого. Красная цена там тебе дали. Кстати, шеф-тест вообще на язычах проходится. А у вот... меня турист приглашает. Турист. Меня сам Рокки сегодня приглашал. Ребят, чтобы это как-то... на Леройском канале будет этот паркур, и там много другой информации, которую вы не услышали у меня. То есть, там, это насчет... единственный сегодня насчет... нормальный пиар канала. Кстати, да. Насчет истории из армии, я ее специально не буду вклеивать, чтобы на Лерой хоть кто-то это... А там надо лететь, слушай, по красной? Или как? Там надо по ней ехать по красной жердочке. Да, не, просто проехать, просто аккуратно проехать поесть, и все, просто не аккуратно, надо... да.
Все, тогда все хорошо. Ты, главное, меня не сбей. Ну, не надо, не надо, не сбей меня. Я аккуратно там вроде проходил, заговорился про историю и упал. Ну ты просто... Я тоже упал, я хотел на разгоне. Я хотел на разгоне пройти для прикола. Но мне что-то пошло не так. Да я тоже думал, я такой разгон беру. Я специально думал, сейчас поверил себя, юношеский максимализм, здравствуйте, но нет. Еду, все, я пойду специально медленно. Ты меня слышишь? Да. А, я уже испугал, что ты там себе врубил на полную громкость и такой, типа, кайфует, сидит там. Не, ребят, я даже не представляю, каково это. Я чисто нашел, короче, этот клип. What is love, baby, don't hurt me. 6 месяцев не находиться дома, ну, типа, приезжать. И пройти паркур быстрее. Да не за этого, а просто, типа, приехать и потом такая ностальгия. Я не знаю. 6 месяцев, на самом деле, я был... Каково это, вот. Перебивает меня скотина еще. Извини. Да все нормально, я в шутку. Так, а здесь... Ну, смотри, это получается у меня... По-моему, пятое увольнение. Там дырочка! То цел, ну это, то не цел. Ты понял. А я 2 недели назад, короче, заказал зарядку. Там смотри, что быстро приходит. И ты понимаешь, она... О, я влетел! Все нормально. Да, я давай продолжай. Я тебе сейчас даже скажу. У меня вот тут... запись реклама скрытая, что за бред такой. Капец. Давай, давай, рассказывай, пофиг. Никто ничего не услышал. Так, зарядка, сегодня... и она работает, все, я все понял. А, на сегодня! Представляешь, сегодня зарядка пришла, ровно 2 недели прошло. Я лечу где-то там. Как пришла зарядка. А, лол, там надо это, мертвую петлю, я что-то надо лечу. Надо ее будет забрать. Я что-то лечу, слушай, и... Это, не ощущаю, что я лечу как бы по мертвой петле. Ребят, здесь, короче, новый элемент, который вы еще, наверное, не видели. Здесь нам приходится сначала лететь. Ну и да, я тоже обратил какой-то новый элемент, что там надо развернуться, загладить как-то. Мне, кстати, теперь попасть лучше прикольно. Получалось, чем с этой. Давай, чувак, это последний элемент, который тебе остался. Последний, больше ничего не надо, я тебе больше ничего не требую, пройди его и все. Отстань, тихо, лечу, я сейчас задний глайд. Я задний глайд начал делать, ты прикинь, я сейчас пройду это как нужно. Я задним глайдом глажу. Так, давай, кузак, я. Я задним глайдом глажу, ты прикинь, я даже не задним разворачивался. Задним глайдом, давай. Теперь посмотрим, я могу. Что у тебя там? Я просто буду смотреть. Теперь я могу развернуть байк и полететь как нормальный человек. И давай. Полететь как нормальный давай. Человек прямо на чекпоинт. И все, последний чекпоинт, чувак, мы пройдем. Прикинь. Пройдем это. Наконец-то 85 минут сейчас будет и. Да. А, нет, я не взял бесконечный глайд, ладно. А что там, где чекпоинт просто будет находиться? На платформе, на зеленой платформе, просто аккуратно на нее приземлись сверху. Я тебя умоляю, только еще... попади в чекпоинт, я тебя умоляю. Если правда. Что, я продолжу гладить, ничего сложного нету. Ну давай, всё давай, я на тебя под надеюсь. Контролем, я лечу наверх, я все под... Да. Я просто уже на радостях, потому что я сидел там опять же на секундочку сколько? 30 долбанных минут. Да-да-да. Я задолбался за это время. Ребят, сегодня самый охрененный просто... Выпуск, можно даже так сказать. Да, с Лероюшкой. Такой сложный самый паркурчик. Лучший. Да, давай забью даже самый гол. Самый лучший паркур. Оба, а ты финишируй. Финиш, давай. Давай, все, давай, все. Не, ребята, мы погнали. Да. Все, ребятки, это было просто офигенно. Я надеюсь, я смогу зависать для вас еще что-то сделать. Я надеюсь, что я хотя бы это смонтирую. Да, ты должен успеть. Сделаю. До того, как уехать в армию, так сказать. Да, ребятки, в общем... не знаю, что будет дальше. Надеюсь, я продолжу дальше вас радовать. Продолжишь, все будет вот. Нормально, да. Ты что мне даже не сказал? Кто с вами там, да? С вами Кузак и Лерой. Всем подписывайтесь на наш канальчик, ставьте лайки. И оставляйте положительные комментарии. Это что-то по старинке надо сказать. Короче, всем друзья, всем удачи, всем пока. Во. Кузака залагал, всем да. Ну это по старинке опять же. Бля, наконец-то.